Сегодня в столице Чувашии открылся центр внешкольной работы «Эдкер». Напомним, решение о создании образовательного учреждения для особо одаренных детей по аналогии всероссийского «Сириуса» озвучил в Рио глава республики Олег Николаев несколько месяцев назад. Бывшее здание электромеханического колледжа по улице Гражданской подверглось капитальному ремонту внутри и снаружи. Как это стало? Наши ремонтные работы. Здание 74-го года. Мы приводили в порядок в соответствии с современными требованиями Санпина, чтобы современное оборудование было установлено. Это было, то стало. Да. Разница видна. Ну, конечно. Научную лабораторию с вами посетим. Производственная база центра в полной готовности. Несколько лабораторий оснащены современным оборудованием. Олег Николаев возлагает большие надежды на новые технологии обучения. Мы с вами, мне кажется, находимся на пороге, когда начнут скоро очень быстро развиваться дистанционные формы работы с развитием и цифровых сервисов, и инструментов. И здесь, если мы, готовя специалистов здесь, способных создавать современные сервисы, современные инструментарии оказания услуг, то автоматически можем получить в перспективе такие, значит, предприятия, которые оказывают высококлассные услуги в цифровой сфере, которые будут востребованы не только в Российской Федерации, но и во всем мире. Александр Соловьев, Игорь Зверев, Республика.